Короче, я заметил, против теранов у меня пинг поднимается. Вот смотрите, теран опять пинг сразу взлетел. Ну я тогда не могу. Я тогда погнал. Ну то есть, как так играть с таким пингом? Да, нормально, такой же теран, как был. Первый, наверное, будет такой же. Законтрил. Что он делает? Подожди, что он делает? А, он нажал на одного зараба, блин. Черт, собрался заканчивать эту игру, походу, по-жесткому. А, подождите, он в макро собрался выходить, инженерку мне тут запилил. Пошел прокси хату лупить. Все с ним понятно. Он собрался в макро. Вот я говорю, нет бы научиться просто строить солдатиков. Если бы он строил просто солдатиков, он бы убил моего зерга, лагающего тем более. А это прям, ну... Прям макруха полнейшая, да. Сейчас драться будет, смотрите. Что он делает, блин? Это харас, блядь. Харас. Подождите. Стой, остановите его. Вызывайте Серла быстрее, нужна подмога, блядь. Черт. Что он делает? Он мне, может, третью запилил еще? Где у цеха? Чизер, бля. Стой, он преследует меня. Сейчас пойдет эту макрохату запилить. А, сейчас запилит хату, бля. Чёрт, какой топовый чувак. Это он делает контент сегодня. Сегодня он делает контент, а не я. Блин, подождите, ну не запиливай хату. Злодей с дрелью, блин, пришел. Сейчас, смотри, куснет сейчас вообще будет сатана просто. Куда он улетел, блин? Куда он улетел там? Нужна макрохата срочно. Чуваки, давайте меситься уже на полную. Так, мне нужен один дрон, чтобы он после этого поехал поискал, короче. В чем там дела? И потом пошел бы. Допилил, все. А второй прям сейчас пускай идет. Смотрите. На яйца хотел напасть. Ага.
Отправляем отряд на разборки. Запилил моего дрона. Стояночка, он решил пососедствовать со мной, короче. Но я соседей не звал. Сейчас будем разбираться с ним. Все, на разборочке, быстренько. О, разборки по-питерски. Все, ты кто такой? Я тебя не звал. Пошел отсюда. Откуда у меня Квина? Ладно, Квина это боец будет. Все, Квина вперед. Так, подождите, мне надо вернуть там часть этих батраков сюда. Это убийца. Видите, это кунг-фу такой. О-о! Так, это Васька следопыт будет. У меня настолько жесткий пинг, что у меня даже рабочие не едут. А не, нормально. Видимо, он прону не в StarCraft. Куда он дальше полетит? Смотрите, давайте логику. Он начал здесь и полетел вот сюда. Давайте вот этот... Включить, короче, как этот называется? Географа, да? Географа, геометрика. Я думаю... Стоямбыч! Микрим. Блин, я думал, он дальше полетит. Мне срочно надо два раба вот отсюда, чтобы они добывали. Макро! Макро поехала! Божечки! А, ладно, промазал. Так, надо еще одного следопыта построить. Все слезет, да, можно. Тогда побольше следопытов сделаем. О, это мой этот, монах. Блин, от него боевой дух просто зашкаливает, я тебе говорю. Батл вылез. Не, я к нему готовлюсь. У меня следопытов много. Смотрите, организовывается армия. Я думаю, по-честному, да? 2-2. Как в компанию битва такая, знаете, типа. Йонги, сенсон되었습니다.
아, 그건 좀 아닌 것 같은데. 그건 악맥이 바닥났습니다. 혹시 저거 처음 해보세요? 에너지 업하고. Ну давай, вылетай. А, 거기 말고 점막 위에 지으세요. Ох. Не, ну 10 минут он не выдержал. 10 минут против ГМЛ тяжело выдержать все-таки. Ну, сами понимаете. Он как мог сражался.